Приготовим вкусный наваристый гороховый суп на ребрышках. В кастрюле или казане растапливаем сливочное и растительное масло. Выкладываем ребрышки и обжариваем их с двух сторон. Затем засыпаем лук и рубленый чеснок и тушим 10 минут. Добавляем томаты в собственном соку и тушим еще 15 минут. Добавляем промытый горох, заливаем горячей водой, даем закипеть. Доводим до вкуса и варим примерно 40 минут. Далее кладем картофель и варим до готовности. В самом конце заправляем суп рубленым чесноком и зеленью, даем настояться и подаем к столу. Приятного аппетита!